Быстро и удобно. Современный канал связи с администрацией города появился у жителей Владивостока. Теперь довести до сведения властей важную информацию легче легкого. Достаточно написать на горячую линию в WhatsApp. Инициатива создания нового канала связи принадлежит главе города Виталию Веркиенко. За этой работой закреплен сотрудник управления по работе с обращениями граждан. Оператор будет мониторить и анализировать поступающие сообщения в режиме онлайн и направлять их профильным структурам города, сказала Анна Нитай, начальник управления по работе с обращениями граждан администрации города Владивостока. Чтобы сообщить о фактах, на которые следует обратить внимание, или высказать свои идеи о том, как улучшить жизнь в городе, можно просто отправить сообщение, фото или видео по WhatsApp на номер 8-914-703-0011. Есть у администрации Владивостока и другой способ связи с населением. Обозначить проблему, задать вопрос, а также получить официальный ответ можно на сайте администрации в интернет-приемной. Форма письма в интернет-приемной удобна и проста. Достаточно зайти на сайт администрации Владивостока в раздел «Интернет-приемной», заполнить соответствующие поля и нажать на кнопку «Отправить». Ответ придет максимум через 30 дней. А тем временем всего за 4 дня на номер WhatsApp поступило 400 сообщений. Большинство обращений связано с ремонтом дорог, благоустройством территории и работой общественного транспорта, незаконными поборами на пляжах. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.